катком сбегал? Бегал. Зря нет. Огурчики есть? Есть. О, и астры даже. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Укропчики, огурчики. А сколько огурчики стоят? Откуда я знаю? Ну, с укропом вместе сколько? Так и стоит, да, 4,20. 4,20. Ну, какие хорошенькие огурчики. Муж говорит, килограмм купим давай. Они не лежат совсем, вот что обидно. Эти-то полкилограмма не знаешь, как сохранить. Ты же в мешке сохранишь. Я не в мешке, я в коробочке, и на дно коробочки постилаю салфетку. И в холодильнике, там, где овощи и фрукты, и накрываю пакетиком все. Чтобы они дышали, но им было тепло. Не знаю, помогает или нет, но так быстро не вянут. Вот, букетик получился. Те, которые раньше были куплены, цветы астры. Настоящий осенний. Ты махаешь. Билет в бассейн 72 евро. Ничего себе. Да. Ну, вода подорожала, свет подорожал. В основном электричество. Нет. Да. И подорожало. Ну, кто вот может позволить себе на 72 евро? Со средней зарплатой уже нет. Уже даже в магазинах говорят, что люди смотрят, покупать, не покупать. Это самое, потому что выбирают, где скидка, где что. Да, сложные времена начались, конечно. А муж собирается на каток. А у тебя подорожал каток, нет? Нет. А сколько каток у тебя стоит? 60 евро для пенсионеров. Это на месяц, да? Месяц, 60 евро, ты хочешь считать, то умеешь? Нет. Ты что? Нет. По 10 центов? Ты у меня математик. По 5 центов. Так я у тебя спрашиваю, сколько на каток на месяц стоит? 16 евро. 16 евро. Ну, для пенсионера это тоже. Вчера вон пенсионерка ходила и говорит, не знаю, телевизор включаю, только один фильм смотрю вечером, сижу без света, один холодильник только работает. Это что за жизнь? Даже в туалет, говорит, по стенке иду, чтобы не споткнуться нигде. Сыну по телефону рассказывала. Вот так вот пенсионеры живут. Это для перцев у меня. Что у меня здесь? Здесь у меня морковка потертая, две большие луковицы, две большие морковины, одна громадная паприка, Патрик, не мешай, рис и фарш. Вот, соль, перец, итальянские травы. Вот буду такие перчики завтра. Пока муж в лес поедет за грибами, завтра я буду вот эти перчики делать. Так, и что у меня здесь? 5 котлет на ужин. И картошечку жарю. Сейчас помидорки порежу. И это будет у нас ужин. Не это, а вот это. Патрик, я людям рассказываю, чем я мужа кормлю. А то он говорит, что ему мясо не додают. А ты тут гавкаешь, фон мне неудачный создаешь. Патрик, скажи, есть разница фарш и мясо? На что заработал? Ты заработал только на фарш с нашими ценами за коммуналку. У нас на мясо не остается. Так что, извиняйте. Я прочитал хорошего. Ну, то, что в нашем спортцентре Веру отключили бани. Это новый, да, который построен в городе? Да, новый это, да. Ну, правильно, люди выживают как могут. Теперь повышение зарплат учителям обойдется в 100 миллионов. А сколько они собираются повышать? Ну, учителя говорят 2000, чтобы зарплата наверное, была не меньше. До 2000, наверное. Я ж вижу название, а я ж не открываю, что там. А почему ты не открываешь? Тебя потому что мне это достаточно. Тебе это не интересно. Все понятно, у тебя учителей нет. Как-то нет. Есть у меня учителя. Ну, так и я вот и говорю, поэтому тебе это не интересно. Я ж... Ну, что там еще? Все. Все? Кино не будет. Пора ужинать, я так понимаю, раз выключил. Голодный ты мой. Вы правильно понимаете. Уже второй день меня голодом морешь. То чая не даешь, то нафиг вообще не кормишь. Это что это такое? 18.07. Сейчас вот покажу. Именно. Где мой ужин? 18.07. 18.07.
Еще ну, пока только что. Ну, он уже ужин требует. А что ж? А кто гулял? По нашему возрасту после 6 уже есть нельзя. Да? Да. А ты меня что? А кто гулял и меня не взял с собой? Чтоб я там как пчелка на кухне. Я сегодня без конца на кухне только. У вас как трех драконов, то есть, вернее, как дракона с тремя головами не прокормить. Меня после укола загружать нельзя. А чем я тебя загружала? А если б не сбежал с дома, загрузила чем-нибудь? Например, ты что, вяжешь, шьешь у меня тут? Я полы с утра намыла. Что ты делать? Клюкову бы заставила по банкам. Я скажу, что у тебя, кроме как в магазин сходить, больше и занятий-то нет никаких. Тебе ж скучно. Огурцы кто солил? Так, кто этот самый... Огурцы попочки обрезал, кто их намывал, сортировал, это кто чеснок, это... чесночок чистил. Это кто? Все ерунда. Банки кто готовил? Банки. Кто по банкам рас... Что? Ой, не могу. Что это, не это могу? Это у тебя, как это, у людей рыбалка, охота, кто-то монеты собирает. А у тебя это, как у пенсионера, в связи с тем, что ружья нет, спиннинга нет, лодки нет, дачи нет, что еще, машины нет, что еще перечислить? Это нормальный пенсионер. У тебя только жена и собачонка, так и вот, все. От жены убегаю на аллейку с собачкой вместе. Да, да, на аллейку. Там ты меня не достанешь. А, еще у тебя, да, я забыла, у тебя еще катание на коньках, иногда на роликах. Один раз прошлую зиму на лыжах выехал, хотя бегал, наверное, недели две, подбирал себе амуницию, упал. Я ж не... На роликах летом разбил коленку. На лыжах коленку. Я не падал, ты не на, бред. На лыжах не падал, но сказал, ветер на улице резкий. Не резкий, а холодный, холодный был ветер. Согласна. А... Я ничего не... Всю не... зиму. Да, и снега было по самое некуда. Я с тобой... Это не шутя. Летом ты выехал на роликах, упал благополучно. Тебе наколенники принесли, налокотники. Не оценил ситуацию. Вот. И ты даже после этого ни разу не выехал с наколенниками на локотниках. В дождь не катается. Ты не толкай на преступление. Ты представляешь, у тебя все причины такие важные. Важные. У тебя хорошо, что нет... Я в дождь только ходить могу. У тебя хорошо, что нет причины не закручивать огурцы и не делать клюкву. Я тебе так благодарна за это. Будешь себя так вести, найду. И будешь у меня как пчелка банки крутить. Я... У меня сил нет столько. А, вот. Это уже твои проблемы. Это ты сильный. Взорвутся в подвале мужчина. Все одновременно. И рухнет дом. Так экономии не будет никакой. Так их... Ну что, Дык, и вся пенсия пойдет куда? Тебе на следующий год 100 евро добавят, так что ты... А тебе? Вот. Может, больше? Мне больше. Да, ну помечтай. 20% от пенсии. Помечтай. Так что... А не говорит, сколько денег добавят. Вдруг завидовать начнете. Все, иду ужином кормить. Дорогой муж, кушать подано. Салатик с помидорками, котлетки. Опять на камеру, сейчас выключишь нафиг и опять отнесешь. Одну котлету унесу. Да, вот. Так и дурят народ. Да, везде. Да. Да. Даже в семье икра своей. Икра красная, икра черная. Ага, заморская, кабачковая хватит. Да, что да. Ты говоришь? Меня скромненько, так что не забыл свою таблеточку на десерт. Как же без десерта? У меня тут скромненькая котлеточка, ложка картошки и немножко салата. А, кстати, слушай, на камеру прямо салата, кажется, много. Пол помидорки там и пол огурчика. Котлеточка маленькая. Вот. Смотрите, какая котлеточка. А ты что хочешь? Тоже котлеточку? Нет. У меня она одна. Это вы не думайте, что я ее не кормлю. Это она каждый день на весы встает. Да. Да, да. А то говорит, что надо 68 килограмм
вес держать, это при метр семьдесят. Это не я, это врачи. Да, говорят. Это не молодая лань, елки-палки, а уже старая бабушка. Таблицу открыть, показать? Не надо. Я без таблицы знаю. Вот так вот. Сливки. Кофе сейчас сварю. И вот такие вот прянички. Они маленькие. Это муж пока гуляет. Мы поужинали. И сейчас вот будем пить кофе. Кофе готов. Сейчас немножечко настоится чуть-чуть. Как раз, по-моему, муж уже идет. Собачку вывел. Сейчас лапочки помоет. И все, уже выводить не надо больше. Это что, счет за квартиру, да? Да. Это за, за август месяц? Да. Сколько там? 79-23, да? Да. У нас раньше летом было и 50 с чем-то, и 40 с чем-то. Последнюю было 80 с чем-то. 80 с чем-то. Да. Я могу, вода. Тебе, а могу там, точно сказать. Сколько там вода? 3,09, а было, по-моему, 2,80. Это куб воды 3,09. Да. А куб газа 0,83, а был, по-моему, 0,80. Ну, это пока начало. Патрик, что ты начинаешь лаять? Ну, если что по 3 цента, это ерунда это будет. 24,40 это квартплата, да? Ну, здесь разобрал вот это квартплата. Видишь, где наш метраж стоит? Это просто разобрано. Резервное, потом что такое ремонтное. И за площади. В прошлом месяце? 81,14. Ну, да. А сейчас 79,23. Да. Ну, почти одинаково. Почти одинаково. А сколько кубов воды мы потратили? Так, 9. Ну, в прошлом месяце тоже 9 было. А в прошлом году у нас 9 кубов было вместе с поливом. Ну, там, не забывай, там было 2,80, а сейчас 3,09. Да? Все растет. А газа сколько мы израсходовали? 17 кубов. 17, а еще больше ничего, больше да? Больше ничего нет. Ну, еще за полив холодной воды почти один куб. Ну, это то, что цветы поливаем около да. дома. Стирки много. Пока хорошая погода, я люблю на улице сушить. Поэтому 9 кубов воды. Вот. Понял, Патрик, кто у нас в основном экономику семейную подрывает. Так, не будем уточнять. Когда у нас в унитазе текла вода, а ты ходил вокруг и все смотрел, что делать, и в один миг вдруг раз созрел и сделал, а вода утекла тонкой струйкой. Не текло там ничего, болтаешь ты. Да, конечно. Врешь опять. А как же, конечно, вру. Так, для приличия рассказываю. Вот именно. Пока муж в лесу грибы собирал. Это под клюкву. И вот перчики тушатся у меня. Ну? Интересно. Отправился за грибами, привез яблоки. Уметь надо, в лесу нашел. Тапки твои тут. Стирала, почему они такие, непонятно. Это ты, наверное, после огорода ходил в них. Почему-то. О, с цветами. Батюшки мои. Держите. Спасибо большое. Загубил подсолнушки. Спасибо. А яблоки где ты взял? Андрюха там к тетке заезжала. Можно утащить? Так, так, это что, опять, опять лисички только, опять да? Опять лисички, да. И ничего другого? Ничего другого. Ой. Да. Яблочко хочется вот такое, большое. Спасибо. У тебя тут тоже два есть, так что я не последняя. Это тебе. Мне? Тебе. А тебе? Я уже наелся. Патрюшу веди. А, Патрюш, пошли. Иди с папой, Патрик, иди, иди, зайка. Беги скорей. Пошли. Ну, беги, чего ты боишься? Пол корзинки. Ну, вот столько получилось грибов. Довольно много. Буду отваривать. Муж сказал, будет солить. Нет, мариновать. Мариновать.
Вот 15 банок клюквы получилось. 600 грамм сахара на 1 литр клюквы. Говорят, осень-зиму кормит. Вот так у нас заготовки. Грибы помыты, отварены, все приготовлено. Мужу осталось только рассол сделать на его вкус, так как он эти грибы кушает. Залить и все. Готово. Вот готовимся таким вот образом к холодной зиме. Такие вот заботы у нас пенсионерские. Спасибо, что смотрите мои видео, что заходите на канал, что пишете комментарии. Счастья вам, любви, чистого неба над головой. И всем пока.